едем в этот лес проверять. Наконец-то по телеку показали, что рыбы пошли. Сегодня жарко. В Москве самый жаркий день за 30. У нас под 30. Нет, у нас пока 27, так может быть пока. Но ветер. За счет ветра и хорошо. Вот такое вот место. Кукушка. Ожидали подосиновики белые, но пока здесь ничего нет. Вот что нам попалось. Или плетей оленей, или, как Кристина говорит, колибия широкопластинчатая. Я плетей знаю. У него ножка немножко такая веретеном, как бы рисунок. Вот, еще один здесь. Ну, и плетей, и колибия. Все съедобные грибы, но у колибии мошка быстро съедает все. И практически они не бывают чистыми. Вот такой вот лес. Мы проедем дальше. Все-таки хочется хоть один какой-то порядочный гриб найти. Плетей. Это колибия, потому что вот они, мошки. Но этот может быть еще чистый, но навряд ли. Не стоит их даже и брать. Кто-то такой симпатичненький. Паучок побежал. Прошла подальше, еще такие обнаружила. Ну, за неимением хоть такие хочется снять. Все равно грибы. Ну, ладно. Идем дальше. Ладно, конечно. Но толку пока мало. Ну, вот закончу я этим цветочком. После тех грибочков вот такой цветочек. Все, ухожу. Всем пока-пока.